Денис. У тебя так много девиц, все они нереальной красоты. Денис, ты весь такой зашибись. Мы хотим быть такими, как ты. Денис, я жутко не люблю осень из-за того, что дома очень холодно, а отопление включают практически в последний месяц осени, а сейчас только начало октября. Но такую холодину спасает горячий чай. Это радует. Твое здоровье. Обожаю чай в холодную погоду. Но больше всего я еще вообще не могу терпеть это, когда ты сидишь дома в двух носках, в кофте, в штанах, в подштанниках, потому что нереально холодно. Но зато читаешь свою любимую восьмую книгу, которая тебя согревает. И это не может не радовать. А еще вчера ночью от нефиг делать, я взял фотографии, которые у меня были, и наклеил себе перед рабочим столом. Такие у нас фоточки замечательные. Мне очень нравятся фотографии на фотобумаге. Как бы это, ну, совсем другое чувство. Когда ты просто там листаешь в телефоне, смотришь фотки, а когда ты их еще можешь потрогать. Сейчас я еду к Ире в офис. Привет. Ира включает босса. Вы посмотрите на этого босса. Да, да. Нет, сейчас, ну, короче, история будет порвана на несколько. Ну что, у Иры закончился рабочий день. Сейчас я ее забираю, и мы идем на встречу по поводу... Но я не скажу по поводу чего. Надеюсь, в скором времени вы сами все узнаете и увидите. Для вас это будет такой же сюрприз, как и для меня. Я работал на детском дне рождения в роли психа. Сегодня очередная работа. Сейчас раскладываем подсказки. Я ходил в последний час программы, поэтому я помогал Ире и Сереге раскладывать подсказки по всему комплексу. Качельки. Качелька. Ага. Вообще очень крутое место, нереально столько зелени, такие газончики. Это гольф-клуб. Мы работали на Superior Golf Club в Харькове. Кто знает, тот поймет. Что, вот и настал мой выход. Ну, когда закончилась первая программа, я сразу переоделся в костюм скелета, потому что мне надо было через полчаса уже выходить на французском бульваре и работать программу Minecraft. Все, едем на следующую программу. Скелет! Но я ничего не снял, потому что села камера.